В Угличе прошло выездное заседание рабочей группы по мониторингу благоустройства населенных пунктов Ярославской области. Представители региональных департаментов и органов местного самоуправления прошли по центральным улицам города, посетили Парк Победы, набережную Волги, микрорайон Мирный. Ярославская. Напишите. А вы замечание напишите. А вот что, у них вот это, да? График. Ну и все. А номер это? 1, 151. А у вас какие номеров? Рабочая группа, созданная по распоряжению губернатора области Михаила Евраева, осуществляет подобные выезды уже несколько недель. Под контроль попадают населенные пункты численностью свыше 2000 человек. Специалисты обращают внимание на состояние фасадов и детских площадок, заброшенные объекты, заросшие земельные участки, жилищно-коммунальные проблемы. У нас такой традиционный маршрут. Мы смотрим исторический центр, как его содержат, и территорию, где находятся многоквартирные дома. Собственно, мы сейчас прошли по центру и посетили микрорайон Мирный, чтобы все было благоустроено. Детские городки покрашены, либо старые демонтированы. Смотрим состояние домов, нет ли граффити. Ну вот зимой, когда мы начинали объезд, чтобы было почищено от снега, чтобы не было сосулек и так далее. Чтобы все недостатки, которые мы указали, были исправлены. Мы только что подошли к одной из торговой точки. Вокруг, к сожалению, мусор был разбросан, и это было очень некрасиво. Мы обращаемся к управляющей компании, жителям домов малоэтажной застройки. Давайте с наступлением теплого периода мы уберем, сделаем город краше. Мы со своей стороны показали, что одна из основных проблем нашего города – это необустроенные дороги. Учитывая, какая была зима, даже те дороги, которые стояли, они, по сути, свои развалились, и мы это с вами видим. Поэтому мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы обратили внимание на наш город. Мы сделаем благоустройство, мы уберем, сделаем красивым. Ну а с дорогами нам не справиться, поэтому это главное, что мы попросили, чтобы нам выделили дополнительное финансирование в этом году. В ходе проверки выявленные недостатки касались не только администрации района и города, но и собственников объектов. По итогам рейда будет составлен протокол со списком замечаний, указанием ответственных лиц и сроков исполнения. Что хорошо, в Угличе очень мало недостатков. В основном, необходимо в историческом центре покрасить фасады, кое-где подремонтировать, по минимуму убрать мусор. А в жилом секторе здесь традиционно граффити на стенах, тоже где-то не убрано. Соответственно, в Угличе хорошо.